Эпидемия гриппа набирает обороты. Только за прошлую неделю, по данным Роспотребнадзора, эпидемический порог в крае был превышен на 60%. Причем у большинства обратившихся медики диагностировали именно свиной грипп. Эпидемия объявлена в 11 районах края. Красноярск тоже не стал исключением. За минувшую неделю заболело гриппом и ОРЗ 9 тысяч человек. Всего же на данный момент в регионе болеют свыше 18 тысяч. Из-за эпидемии карантин введен в больницах города, а также во многих школах и детсадах. Отменяются концерты и массовые мероприятия.